Значит, ребят, всем привет. Там, короче, мы замутили опрос по поводу того, вернуть 16+ или нет, нравится вам 0+ формат общения на данном видео или не нравится. Ну, короче, 0+ закрепился основательно. Друзья мои, 16+, возможно, зачтем в следующем чтении. Но будет это, может быть, не сегодня, не завтра. Но изредка 16+ для вас обязательно будем заливать. Значит, сейчас я опять же в этой самой вами любимой комнате отдыха, где вы приходите и расслабляетесь, глядя на эти очаровательные советские бабушкины варианты ткани. Друзья мои, значит, начнем мы, пожалуй, вот с новинок шикарных тканюшек. Платок кто-то хотел, пожалуйста. Гляньте, какой с бахромой, красивый. Вот так вот выглядящий. Поэтому, кому нужно, пожалуйста, максимально будет. А что, скатерть никому не нужна? 71-го года, красивая бахрома. Почему бы и нет, на подарок? Я же вам объяснял. Не для себя, на подарок. Бабушке, дедушке на стул положили и забыли. Что это такое? Новые ткани. Значит, смотрим. Друзья мои, а это полноценное платье. Это очень интересное, элегантное платье. Обращаю ваше внимание, или это халат. Смотрите, пошив серьезный такой, но размер на такую тендитную дамочку. Ну, скажем, ини. Ну, хорошая такая, прям приятная кровь с молоком называется. Дама. Смотрите, это внутренняя часть, поэтому вот это вот будет наружная. Видите, она свернута, так специально сделана была, заведено в то время, когда ткань прятали вовнутрь лицом, чтобы не пачкалась, не пылилась. Наверное, так. А по-другому, что его еще выворачивать-то? Чтоб не выгорало. Вот она такая интересная. Короче, если хотите, вы можете прийти и померить. Зеркало у нас есть. Полностью разделись. Полностью оделись. Полюбовались. Поняли, что платье не налазит. Ну ничего, ничего. Ну цена на платьечко, давайте, вот так вот, пошитое, все, 300 рублей. Вот настоящее такое, прямо аж ситец. Или может быть это... сатин, ну, ситцевое, скорее всего, платье. Хорошее, да, пожалуйста. Далее, вот такие тканюшки. Значит, это баечка, аккуратная, советского образца, как вы любите. Обратите внимание, расцветка, чтобы вы знали, камера передает абсолютно разную. Если есть такая возможность, то приходите в магазин, щупайте ткань. Нюхайте ткань, глядите на ткань и понимайте, собственно, у каждого глаза по-своему смотрят по-разному. Что? Что сказал? Ну, ничего страшного. Смотрите и понимаете. Потому что глаза дают вам возможность воспринимать данную ткань по-разному. Вот такой еще один кусок, короче. Хотите, два куска будет. Вот, для двух глаз сразу расстелите. В один смотрите, в другой. Что-то один белее другого. Не знаю, с чем связано. А расцветка абсолютно... А что, разная, что ли? Да нет, такой же. Ну, берите. Нам не жалко. Далее, друзья, смотрите. Какой красивый. Вот это точно ситец. А пошить-то можно что угодно. Расцветка шикарная. Все ткани идут на 80, где-то около 85 сантиметров в ширину. Глядите, вы это видели? Это настоящий советский образец. Ткани не выгоревшие, они как были собраны вовнутрь. Вот так они и будут собраны далее. Только висеть уже более цивильно на тремпелечках. Дожидаться каждого из вас, каждого нашего покупателя, каждого нашего нового клиента, нашего подписчика. Мы же скучаем по каждому из вас, точнее, по каждому из подписчиков мы скучаем. Вот такая вот ткань, она
скорее всего, как скатертевая. На стол, кстати, очень хороший вариант. 150 погонный метр мы их продаем, но их пока никто не берет. С чем связано? Может быть, цена очень дешевая, и людей это отпугивает? Вот такая вот какая-то ткань мягкая и как костюмная, но продуваемая. Не продаваемая, а продуваемая. Синяя, прошитая здесь все со всех сторон. Ну вот так. Вот кусочек, ну такой, честно сказать, никому не нужный. Вот такой вот кусок ткани, как подклада, что ли. Или тоже, ну тоже интересно, бордо прям хорошенький. Приходите, приходите, мы вас здесь всему научим, всему обучим. Места хватит на всех. Вы думаете, у нас очередь возле магазина? Не, она аж за углом улицы Советская стоит очередь. Пока каждого обслужим, просто не успеваем. Уже задумываемся о том, чтобы взять официально какого-нибудь Василя нам помощь. Так скажем, чтобы сводил дебет с кредитом. Поняли? Такая вот хорошая тканюшка. Видите? Вот и цвет, и качество оставляет желать лучшего. Далее. Вот такая вот, не менее важная, интересная. Погон 50 рублей. Любой. Вот такой. Это вот как ситец. Хороший такой, да. Воздушный, можно сказать. И легкомысленный. 50 рублей погон. Так же точно, как и вот этот кусочек за погон 50 рублей. Это не нужная вещь никому. Вот такая костюмная будет в скором времени висеть уже на... А что вы? Ну, берите воротник. Если надо, берите дешевле. Чего вы уже? Хороший же. Чего вы, граждане? Берите. Сделаем скидочку обязательно на покупку нового товара. На покупку следующего товара по чеку. Вот такой вот. Друзья мои, напоминаю вам, что в магазине у нас действует бахиломасочный режим. Режим этот, он на постоянке. Как только маски скажут уже не одевать, одевать не будем. Это очень хорошо, дышать свежо. А бахилы на постоянку, вот так вот. Мы закупили, сейчас покажу. Пойдемте со мной, смотрите, друзья мои. Закупили уже достаточно много. Значит, бахил здесь. Раз, два, три, много-много-много. В каждой пачке по 200 штук. Это значит 2, это значит 100 человек. А у каждого человека по 2 ноги. Значит, пара, там 100 пар. 200 штук всего. И вот таких вот мешочков, вот они. Вот такие вот, видите они? Их много у нас. Раз, два, три, четыре. Ну, это вам не важно. Главное, что мы заботимся о каждом из вас, чтобы вы, придя в магазин, максимально их надели и ходили по магазину, как ни в чем не бывало, в чистоте и не в обиде. Тут немножко подровняли, а то был небольшой кавардак. Ну, то такое. Понимаете, да, о чем я? То есть с бахилами можно уже не заморачиваться. Пришли, одели. Лишний раз не надо никуда ездить покупать их, там, чтобы посетить. Нет, просто в голове всегда у вас должно быть. Так, сегодня едем в барахолку. А какую? На Советской. А там же бахилы. Ничего. Нам надо. А бахилы мы оденем. Так, как того требует автор канала. Стулка там, короче, еще есть. Если надо. Каждому из вас можно будет приземлить пятую точку. И без труда надеть
бахилы. Хорошие. 50 рублей погон, друзья мои. Ткани сейчас пойдут на поток. Именно новинок. Я хочу вас максимально удивить. Если еще не удивили, то, наверное, будем все-таки начинать удивлять. Что мы все по мелочевке работаем. Значит, вот такая вот конюшка, ляньте. Шикарная. Здесь вот полноценно можно пошить какую-то блузу. На платье не хватит, маленький кусочек, но интересный, сатин прям. Ну и такой кусочек тоже. Ну вот видите, друзья мои, здесь все, вот это все ваше. Все, вы можете забрать по хорошей цене. Скоро будут обзоры по вот этому. Я понимаю, что никому не надо. Так же, как не нужны были льняные простыня, а их уже забрали. Ну ничего, ничего. Друзья мои, смотрите, вот это ткань в рулоне. Я вам предлагаю забрать... Если вдруг кто смотрит, за минусом 40%. Допустим, вы сейчас не знаете, что почем. Ну, к примеру, вот они сверху образцы. Вот так вот листаем. О, 375 рублей. Прям написан торг. 1 метр погон, 375. Минус 40% от этой цены. Но нужно брать минимально на сумму от 700 рублей. Поняли? Вот смотрите, мы берем, чтобы уже со скидкой было 700 рублей. Поняли, да? Допустим, там 1500 со скидкой, вот 700. Ну, грубо говоря. Там плюс-минус мы прокалькулируем. Не без этого. Если вот такая тканюшка 250, надо взять всегда на не менее 700 рублей. То есть 3 метра берете. Ну да, короче, в первом случае ничего не понял. Ну, будет интересно, потому что 40% скидка только на ткани, которые в рулоне. Да, без особого. В рулоне, напоминаю, друзья мои. А то ж сейчас начнут вот здесь от того, что ничего не поняли. Хотя здесь тоже, почему бы и нет. Если вы возьмете 1000 на 10, в чем я, конечно, сильно сомневаюсь, что вы потянете такую сумму. Да и такую сумму мы, в принципе, здесь никогда не ощущали. Но, тем не менее, кто хочет, распродаем. Вообще распродаем. Все. До конца этого года мы решили полностью, полноценно закрыть тему и с тканями, и с посудой. Уж больно надоела эта тема. Ляньте, какие интересные клеенки на ваш стол, если хотите, тоже. Они, короче, цена осталась еще с 18 года прежней. 100 рублей погонный метр. Клеенка. Глядите, друзья мои, чем вам не клееночка? Аккуратная, красивая. Вы можете либо повесить на стенку, залепить дырку, либо на стол залепить грязь какую-то на столе. Все что угодно. С помощью этого вы можете реализовать. Идемте дальше. Здесь я вам уже показывал. Да, кстати, распродажа полным ходом. Подушки, которые вы так и не захотели. Вы подумайте, по 750 рублей за пух, внутри которой находится. Это хорошая цена. Если кому интересно, 70 на 70 размер этих подушек. Далее. Здесь, в данной комнате, я вам могу посоветовать лишь одно. Не торопиться. Никогда. Never. Не торопитесь. Никогда. Потому что, когда вы торопитесь, вы не найдете тот кусок, который вас очень сильно интересует. А вот не спеша вы можете. Вы же в бахилах, в маске. Вы полностью уже, скажем, готовы для просмотра. И начинаете не спеша перелистывать каждый сантиметр висящей ткани. Спросив у продавца, есть ли такая ткань, вам ответят, да, есть, или наоборот, нет. Зачастую всегда говорим нет. Потом начинают искать, находят. Поняли? Бывает и такое. Ну, лучше, конечно, вот так вот не спеша
перебрать каждую тканюшку. Если кто-то из вас попробует попросить в комментариях показать каждую позицию вот так вот, то мы, конечно же, покажем. Смотрите, раз, вот такое вот, два. И вот так вот будем перелистывать. Кому нужно, вы всегда можете спросить это, заказать это в комментариях. Пилить ролики для вас нас вообще не напрягает. Нас это даже больше характеризует. Потому что чем больше мы записываем для вас ролики, тем больше вы узнаете о наличии товара. Не правда ли? Не сильно по ушам скрипит? Пишите в комментариях, как нужно и что нужно, чтобы вам было хорошо, друзья мои, потребители, покупатели, наши подписчики, наши. Они могут и не наши быть. Ну ничего, вот так вот аккуратненько можно перелистывать и смотреть, какие есть позиции товара из тканей, висящих на тремпелях. Вот как. А не вот так. Это неправильно. Минус скидки. Вот так вот. Этого не должно быть. Но если аккуратно, мы сами предложим вам хорошую скидку. Вы, собственно, скидки не просто так получаете, а вы их зарабатываете. Ну, вот так вот, друзья мои. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропускать. И обязательно поставьте лайк. Всем пока. А тут все уже, видите. Тут освобождаем, распродаем полностью. Все это дело надоело.